Сегодня обратно приехали на то же самое озеро, на старое. Значит, погода у нас сегодня до 2 опустилась температура. Будет днем ветер. Сейчас вроде бы более-менее нормально. Самое утро, выехали сейчас у нас 7 часов. Солнце еще не встало, будем начинать ловить. То есть погода сейчас пока позволяет. И, значит, попробуем на джиг сейчас половить немножко. А потом поплывем все-таки на начало. И там вначале будем пробовать искать мелкую щуку. Может, покрупнее что-то. В общем, под кустами будем ходить. В основном будет заброс. Ну и, возможно, где-то на дорожку пройдем. В общем, как-то так. Уже все у нас сложено. Мы будем выплывать. Вот такая щучка все-таки первая. Пускай уходит. Пошла родимая. Сейчас второй раз ее поймаем. Вот она, вот она. Тоже мелочь, но приятно. Но приятно все-таки. Такая щучка. Вот тут, значит, ты стояла. Вот сюда ты иди. Не, ну там же хоть шоу. Да. Да. Вот, есть хорошая. Надо. Все, надо. Все, эту. Сейчас я дам. Очень все. Хорошая. Не очень, но я думаю, до киложки. Рыба? А, не, норм. Да нет, лиха, наверное. Хорош. Ух ты, блин. Вода чисто так классно, да. Видите, знаете, что. А куда под лодку? Красиво, слушай. Вот тебе и дорожка. О, да, больше, больше. До килл полтора. До полтора, наверное. Да, только щучка пойдет. И легко так сидела. Але, блин, так классно, это вода чистая и видно, как она там. Да. А веса? Веса я не взял. Ну, потом взял. Вот такая вот щучка. Пойдет. Вот. Это, конечно, тоже килограмм до 2, наверное. Туго. Это килограмм 2, я думаю. На меня идет. На меня. На меня.
А нет. Ну, все равно это... Да. Я думаю. Да. Такая красавица. Зацеп, зацеп. А оказался, ты неправильно чуть-чуть. Да, до хрена дуже. Да. Понял, все. Отпускай. Вот. Тоже такая 35 есть. 35 плюс. Чё-то кайфово. Все-таки. Все-таки есть. Надо? Блин, ну заглотай лапишу. При помощи ножа и вилки я разделал цей стейк. Да? Ушло или оторвалось? Не поднимай, не старайся, все-таки. Мене дуже далеко, що вона могла. Да. Ах ти, господи. Така бойка. А то, можливо, і не велика, але бойка. Дуже приятна щучка. Сюда вот так на ту сторону выводи давай выводи, вот она побита. Бачу, вся ей, бляха, кусало. Да. значит есть. И... подиви, в неї глаз один який, блин. Да. Тупо побитий, что-то, блин, ее взяло, и дуже хорошая. Сейчас. Таран-та-тан. Блин, погрызли или карбон. Это, блин, хреново. Водка надо менять. Опа. Наверное, окунь. Или мелкая щука. Скорее всего, что окунь. Потому что мелкие. Окушок. Да. Маленький отпустим. Окушочек. В общем, у нас уже в районе 12 часов. Мы уже покушали. 4 штучки поймали, по 2 штучки. Сейчас еще раз пройдем, заплывем туда. Ветер поднялся, конечно, сильный. Мы заплывем где-то до середины туда и протянем по эту сторону и назад уже по глубокому, с более такими глубоководными воблерами. Ну а там будем смотреть, будут ли поклевки или нет. Вот это наша рыба. Да, вот это, конечно, красивая щучка. Вот такие 4 щучки у нас, наверное, час дня будем уезжать уже. Нету смысла больше оставаться, ветер, погода ужасная и уже рыба не ловится. В общем, я надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки и до новых встреч.